Третья игра выездной серии для нижегородского «Торпедо» складывается тоже неудачно. В первом периоде хоккеисты Немировские уже пропускают, но сравнивают во втором. Отличается Дамир Джафяров. К началу третьей 20-минутки 1-1 на табло, и все только начинается. «Локомотив» на старте отрезка забивает две быстрые шайбы, но на это «Торпедо» отвечает голами от Энди Милли и Кенни Агастина. И все же ярославцы находят в себе силы и не дают нижегородцам совершить чудо на льду. 3-4. «Торпедо» уступает в третьем выездном матче. Первый период ужасно сыграли. Там хорошо, что только вышли там 0-1 после первого. Ребята начали действовать лучше второй период. Забили важный гол. Большинство там забрали инициатив. А потом быстро пара голов. «Локомотив» забил, и хорошо характер показали, что начали еще получше действовать, сравнили счет и опять получили последний гол. «Торпедо» возвращается домой. 22 сентября нижегородцы проведут матч с финским «Йокеритом». Игра пройдет в 19:30. Прямую трансляцию по традиции смотрим в эфире ННТВ. Артемий Катков, «Время новостей».